Может, с таплкой сыграем, если убить? Уф. Я все время тебя смотрю, если честно, бро, ты с каждым стримом становишься больше, если честно, без обид, у тебя худение специфическое. А ты хорош, блин. Это было неплохо. Ладно. Она так убивает? Ошалеть. Спасибо за 1 евро. Ошлеть не стоит. Ну ладно, если такое худение, что я поделаю. Вообще, да, по ощущениям, как будто бы больше становлюсь. Да к зима же. Надо по-хорошему в зал ходить. Там мне чел справа бежал. О, дайте-ка я с таплкой, наверное, сыграю вообще. Офигеть, что-то она убивает. А какая-то... Блин, ну я не хочу через левое пикать. Плечо. Это что такое нафиг вообще? Нафигеть она убивает? Тапл какая-то недооцененная пушка. На нее еще 8, кстати, можно повесить. Тут кто не знал. Сыграю с таплкой каточку. Единственное, кстати, с таплкой... Я как-то пробовал... челлендж у меня был, по-моему, на эту пушку, и... Я помню, что была проблема с высадкой с тачки, потому что... Ты начинаешь зажимать, ну, быстро кликать пальчиком, и тебе еще нужно мышку вниз тянуть, и одновременно тебе еще нужно влево тянуть. А вот, поэтому были некоторые проблемы с этим. А так в целом норм. Поэтому давайте полутаем все, что мы тут сделали. Посмотрим. Сыграю с таплкой каточку. Да, она вообще жесткая, я не знаю. Она просто убивает. Да это жесть. Я, она сама убивает. Это не я. Вы понимаете? Я просто один тап ему дал. Ему залетело в голову и в тело. Ошалеть. Да, кстати, хорошая новость. Наконец-то я совсем разобрался. Ролики будут выходить каждый день. Скорее всего, в 12 часов. Ну, такой небольшой анонсик вам дам. Вот, один ролик и два шорта каждый день. Фигура должна быть сухая, типа Дэстина Цестхэма. Так я и так очень похож. Но это мое любимое оружие, это капец. Что? Я, кажется, нашел для себя лучшую пушку. Залить. Моя точка быстрее, чем Доси или нет? Знатоки. Плюс, чат. Давайте, плюс, если быстрее, минус, если нет.
Ладно. Так, у меня чел бежит здесь. И чел сзади у меня будет. Ты какую же он херню сделал, господи, боже мой. Ошалеть не встань. Да, пушка имба на самом деле, офигеть. Мне нравится. Я хочу еще дропы полутать, в общем, если прям на то пошло. Хочется дропы лутануть. Вы же не будете против? Дропаешь — это не ошибка, да? Смотрите, он их, может, скинул уже, кстати. Блин, он дропы, походу, скинул. Если тот не скинет, значит, скинул где-то далеко уже. О, скинул, найс. Let's go. Спасибо, спасибо, Архун. Нет. Блин, ну, я тебе разрываюсь. Мне идти назад за тачкой? Ну, это что за фейл такой? Так, ну я опасный мув сейчас сделаю. Ну, мы же рискованные парни, правильно? Мы не любим, когда все легко. Так, нужно, смотрите, план такой. Нужно сначала просто прокатиться, чтобы мы поняли, есть тут кто-то или нет. Никого нет. Все, отлично. Теперь можно лутать. Дропы свободные. Так, я беру только Т3, получается. Я беру только Т3. Игилик. Вау. Найс. Все. С горы откуда-то шьет. Слева. Там еще дропы, ошалеть. Куда столько много? Он где-то? Не, ну та палка на дальняк мне не нравится на самом деле. У нее пулька медленно очень летит. Как будто бы. Но вблизи прям имба. Так, а мне сюда не надо на самом деле, поэтому я сюда и не пойду. Так, мне нужно что? Мне нужно... Наверное, мне нужно убить вот этого типа. Я ему что, попал нормально, что ли, или что? Я что-то не понял юмора. Она просто... Жесть, это пушка. Можно было бы... А, подождите, я же что могу сделать? Вы же мне в тот раз подсказывали, что я могу сделать. Или не могу? Нет, я могу. Я все могу. Нет ничего невозможного, ребята. Нет ничего невозможного, ребята. Я же могу в тачку положить третью броню, правильно? Где? Так, зона подошла немножечко. Чел на меня едет. Спасибо, блин, Игнат. Поем свои пельмени. Теперь тоже есть. За какую году поем, что ли?
Давай, давай. Пойди, поешь. С нее, кстати, лучше, наверное, так реально зажимать. Офигеть, она очень жесткая. Так. Я пойду к нему. Офигеть. Спасибо огромное, Вячеслав, спасибо. Она просто... Она с восьмерки нахрен жмется так, офигеть как. Жесть. Он у меня тут в доме по-любому. Я просто ластик. Ой, на меня какой-то Игнат подписался только что. Привет, тезка. Welcome. Прикиньте, еще будет прикол. Не, почти. Ошалеть. Это очень жестко. Ошалеть. Блин, ну там турболегко играет, ошалеть. А чё он в соло зашел, зачем? У меня ковра просто не хватает нахрен. Киберспортсмены в соло играют. А мне говорили, что киберспортсмены в соло не играют сегодня. Обманули, получается, меня. Ошалеть, не встать. Жесть. Так, ну мне надо пятерок спылесосить немножечко. Все, его убили. Блин, ну вообще можно было бы, он так-то с ним можно было бы договориться, типа, на сковородке в конце. Машину не забудь. Да не, мне уже машина не нужна, по идее. Наверное. Но это не точно. Хотя, по идее, тут опен такой. Неприятный. Но у меня там ЛГ есть, я, наверное, оттуда сыграю. Хотя у меня и тут вроде бы, да, ЛГ? Бро, сколько ты сейчас весишь и какой рост у тебя, если не секрет? 100 на 180 у меня. Спасибо, спасибо огромное. Блин. Он убил типа... Нет, друг, не выстоять такое. Блин, ну теперь я в конце могу, знаете, из-за чего, кстати, проиграть? Я начал паниковать почему-то. Потому что катка получается добротная, и я начинаю паниковать, лишь бы ее не зафейлить. И обычно в таких случаях как раз-таки и происходит фейл. Поэтому надо отпустить просто ситуацию и играть с кайфом, правильно же? Сейчас чуть не умер. По факту. Да, в любом случае, каточка на YouTube, я думаю, что. Вы согласны, что это достойно YouTube? А?
Аж солеть не встать. Так, ну мне... Вот у меня идеальный камень есть. Наверное, я к нему и пойду. Так, ну этот чел у нас любит лежать. Да? Это мы поняли. Поэтому он может где-то просто... Но он не лежит. Блин, еще и лайва много. Мне надо просто перебздеть немножко. Это что такое? Там чел. О, ошалеть! Да как она так нокает? Он Т3. Ошалеть. У меня ласт. Ошалеть не встать. Я надеюсь, это не ошибка. Думаете, передо мной в кустах в этих? Блин, я тоже так думаю на самом деле, ребят, если честно. Что он тут в кустах. Это что такое? Это чел? Это чел? Я не вижу. Нет, это камень. Рука вспотела. Шалить. Жестко. Че, на меня еще дроп упадет? Блин, тут что-то много сейва. Не, передо мной в кустах, кстати, нет. Он там дальше, по-любому. Вот в тех кустах. Вангую прям. А может вообще снизу где-то играет? Тут где-то что, каска? Нет. Ёб твою налево. Все, понял. Сука. Жесть. Ну ладно, я его по факту так-то перестрелял. Но в упоре нет, блин. Там этот дроп. О, это жесть. Ладно. В итоге все равно каточка хорошая получилась. Молодец, парень. Блин, мне надо было, наверное, за зоной, а я, наверное, откис, да, бы, если бы я стал его добивать за зоной. Блин, может, кстати, я бы действительно из-за зоны-то бы его и убить смог еще. Ну ладно, НТ. Так, что у нас по урону? Пошли. 1716 фрагов. Нормально. Хорошо. Хорошо. 15 фрагов истрелить. Ошалить. Она жестко прям поубивала, я не знаю. В конце просто что-то какой-то фейл произошел.